С каждым новым бюветом, отмечает руководитель санатория, Сочи становится не просто местом для отдыха, но и действительно здравница для курортников. Не все набираются сил только у моря. Многим необходимо поддерживать здоровье с помощью лечебных факторов. Питьевые бюветы с минеральной водой для таких целей подходят как нельзя лучше. Главным профилем санатория всегда считалось лечение заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательных систем, а также невралгии. Теперь же комплекс медицинских услуг здесь расширен. Как известно, лучшее лечение сбоев в работе желудочно-кишечного тракта – это минеральные воды. Бювет санатория «Знания» предлагает три вида питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод – пластунскую, лазаревскую и лазаревскую целебную. Мы очень трепетно, внимательно отнеслись к этому вопросу. Врачи клиники совместно со специалистами Института курортологии рассмотрели ряд вариантов, оценили с точки зрения доставки, хранения, лечебных факторов, сочетаемости свойств воды и лечебного профиля санатория. Минеральные воды курорта в бювет санатория «Знания» поступают прямо из скважин, сохраняя все свои целебные качества. Как известно, вода лазаревская по своему вкусу и составу имеет сходство с минеральной водой Ессентуки, а пластунская напоминает боржоми. На каждой воде имеется два крана. Мы делаем воду как теплую, так и охлажденную. В одном из сплошек разные формы тех же гастритов есть с повышенной кислотностью, с пониженной кислотностью. Поэтому каждый врач у меня прекрасно знает, когда какую воду принимать. Охлаждение, нагрев, газация – все это происходит здесь. Это место называют сердцем бювета. Вода подается под давлением углекислого газа. Давление, ну, где-то до единицы атмосфер. Она поступает в емкость, опускается с самого низу, как бы газируя воду, и выдавливая ее под давлением, подает на охлаждение и на нагрев. В первую очередь здесь следят за тем, чтобы вода не соприкасалась с воздухом. Впервые это происходит только при открытии крана. Таким образом, минералка не выпадает в осадок и сохраняет все свои целебные свойства. Оздоровиться таким образом санаторий «Знания» предлагает не только своим гостям. Бювет открыт и для постояльцев соседних здравниц. Галина Моисеева, НГГБ, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.